Крупную коммунальную аварию в эти минуты устраняют в Алматы. Прямо из-под асфальта на пересечении улиц Шарипова и Гоголя забил горячий фонтан высотой в несколько метров. Затопило ближайшие дороги и дворы. Рядом несколько школ, колледж и учебный корпус одного из университетов. Для ликвидации последствий потопа используют мотопомпы. На месте происшествия образовались автомобильные заторы.